Это мы кричим на батл индент, да. Интересный. Короче. Это, короче, интересный. Типа шутера. Давайте было просто пистолет. Это интересный шутер. От третьего лица он отличается. У нас только есть пока. От этого лица, получается, мы получается как спаунимся. Появляемся в одном месте. Лутаемся. И главная задача вытащить этот прицел. Такая как-то небольшая. За игру я где-то играл только несколько раз. Вот это ящики. Бывают очень ценные. Типа ресурсы. Также в игре есть прицел. Это постоял у чили костел, которого я убил. Так что он здесь, да? А так я просто я бегаю без оружия. Такое хз. Такой пушки у меня еще не было. Наверное, пулемет. В игре есть бот, я сразу подтверждаю.
Хоть, а вы меня из вот так пацаны бьете, такой хопа. И все. И у вас класть новое оружие. Я хочу. Не понял. Короче, пацаны, как делать кассы, смотрите. У меня где-то прицел был. А, это не снайпа, да? Ого, вот это какая-то такая система есть такой.
코치 파트너 대표님한테 어제도 그렇습니다. 대표 나부터 오겠습니까? 대체 코치 제가 같이 지지해줘. 오, 딱 봤으니까 그거지. 나 самочинство мое место что-то было где я последний раз на юге. Ну, сам Если чё, я... Так, я сэр по форме выкину. А, вот, короче, пацаны, я сыграл только несколько раз, а уже забыл полностью всё. Materials in your backpack won't be useful in the battlefield, and are best deposited promptly in the warehouse. Так, вот так, почему мы будем собирать пушкой, короче, нашего бахла. Так, короче.
Дальше, ну кого тебе он поста? Или заходим сюда? Это надо сборка? Нет. Давайте какой-то ломик подадим. Дальше. Тут у тебя ботинки были. Даже дальше кого-то продавать. Так, вот эти мы всякие задания будем выполнять. Так. Это я бы взял броник, давайте возьмем броник, сейчас какой-то тут. Так, а если он этот? Нет. О, это получше. Такой же. Ага. Не знаю, сколько слотов получается. 4, 6, 7.
Ого, тут больше топов. Ну, це непогато. Що така у нас гра? А вот как-нибудь потом с Алайном сыграть. Мне с Алайном будет поинтереснее, потому что больше народу, больше экшена. А так вот такие у нас игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.